Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня прилетела посылочка. Это у нас PSP игровая приставочка. Если вы не знаете, что подарить вашему сынишке или вашей дочурке, которая любит трогать ваш телефон, то вот эта вот приставка за $13 самето. Прилетела она очень быстро. Продавец отзывчивый, лялякает, тополякает. Посылку отправил быстро. Что понравилось, несмотря на то, что не сильно дорогая приставочка, он ее очень аккуратно упаковал. Смотрите, первый раз встречаю, чтобы приставку за $13 упаковывали вот в такой воздушный пакет. Обычно в такой пакет упаковывают дорогие телефоны. Но поставщик, наверное, дорожит своей репутацией и отправил нам посылочку. Эч, как ее вытянуть, чтобы не поломать? Вот в таком. А не тут-то было. Ладно. Пожертвуем это воздушной посылкой. И скроем ее вот так по-колхозному. Одну камеру спустили. И вот так получили. Приходит она, смотрите, в подарочной коробке. Она пришла не мятая, это уже плюс. Ее не стыдно подарить племяннику, ему не очень приятно подарить под елочку. Я, конечно, доволен. Первое впечатление. This product is with патент. Запатентованный продукт. Так, откладываем. Значит, что у нас идет в комплекте? У нас идет в комплекте вот такой вот кабель, к которому мы подключаем приставку. И получается, подключаем ее к телевизору. И можно играть как на самой приставке. Вот так она выглядит. Так можно подсоединить через выход и подсоединить его к телевизору. И ваш ребенок может играть там. Так, у нас идет батарейки в комплекте, у нас не идут. Батарейки ААА, маленькие самые. Но нашел то, что было, поэтому не могу сказать, запустится приставка или нет. Две батареи новые, одна третья старая, так нельзя. Они должны быть все одинаковой фирмы, но извините, господа. Это все хорошо, но она на китайском. Так, включаем. Так, есть у нас громкость, есть тише, есть громче. Ну, по идее, должна была быть английская версия. А у нас китайская. Благо, что здесь, смотрите, есть сразу перевод. Вот хитрый продавец. Тут собрано 260 игр, как заявляет производитель. Так, питание от трех пальчиковых, как я уже и сказал. Кнопка старт, пауза и сброс, кнопка reset. Ну, давайте пробовать первое. Первая игрушка, это Counter-Strike. Ага, тут сделано все на английском. Так. Стреляем, убиваем. Такая зачетная игруха. Так. А, ой, век учись.
Тут надо было просто переключить язык на английский. Вот и все. Ой, ребята, ребята. Все полностью на английском. Игруха 93-го года. Компания Konami. Работает все четко. Не знаю, мне по приколу. За такие небольшие деньги вы получаете классный такой гаджет. Так, дальше что у нас есть? Есть драки. Вот моя любимая Чип и Дейл раньше была. Кто помнит Чип и Дейл, спешит на помощь. Ну вот как-то так. Так, драки, драки, карате. О, Супер Марио. Супер игра в свое время была. Экран 2,5 дюйма. На нем идет защитная пленка. Все 8-битные игры 260-х собрались вот в такой маленькой коробочке. Игр. И все разные. Папайя. Это что у нас? Это, по-моему... Такую даже и не помню, если честно. Может, когда-нибудь китайская интерпретация какой-то игры. Я так смотрю на любой возраст эти игры. Если вашему даже маленькому ребенку неинтересно будут эти игры, то вот такие вот, как стрелялки, я думаю, будет зачетно. Так, есть пинбол, папай. Так. Гонки есть. Завал. Раньше надо было брать огромные картриджи, тягать их с собой. Сейчас взяли вот такую маленькую приставку, положили в карман. Можно вообще купить аккумуляторы, не батарейки. И будет вам вечный кайф. А-ля 90-е, пацаны. Та. Честно. Зачетная приставка. Можете спокойно покупать на подарок или себе. 13 бакинских, не такие большие деньги. У него она была в салатовом и в голубом цвете. Я себе заказал в салатовом. Поиграю, потом подарю ребенку. Ну вот как-то так. Все, ребят. Всем спасибо, кто со мной. Вот такую сегодня приставку я получил. Кто захочет ее купить, ссылочка на продавца внизу. Коробка презентабельная. Я же говорю, можно на подарок. Так что спокойно переходите по ссылочке и покупайте. У этого продавца очень много приставок, у него огромный магазин, выбор огромный, отсылает быстро, что еще нужно. Все, всем спасибо, пальцы вверх, ждем новых обзоров.